Эй, дед, вставай, кое-что покажу. Чего тебе, Гренни? Скажи лук. Лук. По лбу стук. Ты что, совсем рехнулась, что ли? Зачем ты меня ударила? Это не смешно. Прости меня, деда. Это была шутка. Я просто мечтаю стать клоуном. И дарить всем смех и радость. Ах, вот оно что. Вначале тебе бы следовало научиться шутить. А то от твоих шуток не смешно, а больно. Прости, прости. Я не хотела. У меня тут как раз завалялся билет в цирк. Сходи, посмотри, и, возможно, ты научишься по-настоящему смешно шутить. Ты пришла посмотреть на шоу клоуна? Ну так смотри же! Достопочтенная публика, прошу любить и жаловать клоун Гренни. Внимание, смертельный номер, дыхание дракона. Смотрите же. Простите, простите. Нет, нет, вы не поняли, у меня просто не вышло. Простите, я уберу. Нет, это не смешно. Простите.